нашли выход. Вместе с технологами сервиса доставки продуктов ShopMarket составили для тебя меню с нескучными и легкими летними блюдами. На приготовление каждого из них уйдет не больше 20 минут. Не верьте тем, кто говорит, что от макарон толстеют. Это смотря какие макароны. Например, черная паста, которую доставляет сервис ShopMarket, сделана из твердых сортов пшеницы, а значит, содержит сложные, или как их еще называют, медленные углеводы, которые помогут тебе оставаться бодрой весь день или весь матч. Добавь к пасте помидоры черри, кальмары, орегано, лук, лимон, базилик и пармезан, и получи настоящее итальянское блюдо. Всего 82 копейки кал на 100 граммов, почти диетическое. Это в 2008 году куриная грудка была синонимом унылой диеты, от которой хочется одновременно и худеть, и плакать от скуки. К 2018 году даже люди, далекие от ЗОЖ и кулинарных мастер-классов, поняли, куриную грудку можно готовить по-разному хоть каждый день. Например, так, разрезать куриную грудку пополам, смешать с чесноком, перцем, тимьяном и розмарином, приготовить кускус и соус из пасты карри, того же розмарина, тимьяна, шпината и шалфея. Можно приготовить грудку на пару. Между дном дуршлага и кипящей водой в кастрюле должно оставаться расстояние минимум 2-3 см, чтобы продукт готовился именно благодаря испарению воды и не соприкасался с кипятком, говорит су-шеф Равиль Тазутдинов, придумавший это блюдо для ShopMarket. Вы знали, что черный, белый, зеленый, розовый и красный перцы различаются не только по шкале остроты, но и по вкусу? Мы вот в дорогой редакции, нет. Но теперь знаем, что к белой рыбе больше подходит белый же перец, он мягче черного или красного и менее ароматен, поэтому не перебивает, а подчеркивает вкус трески. Филе рыбы нужно обвалять в соли и перца, затем в яйцах и панировочных сухарях. 204 копейки кал на 100 граммов готового блюда, немало, но даже диетологи говорят, что хотя бы один выходной от правильного питания в неделю должен быть. И где искать кино? Подумала ты, представив себе карту предстоящих матчей, а заодно карту своего района, который придется обижать в поисках нужного гарнира. Спокойно, без паники. Кино, курицу, лук, томаты и даже петрушку с лавровым листом доставят в коробке ShopMarket. Все, что от тебя потребуется, 20 минут времени и острый нож. Курицу и лук нужно будет порезать на маленькие сантиметровые кусочки и обжарить в оливковом масле. Лобио только кажется сложным блюдом, которое не удастся без наставлений со стороны родственников из Тбилиси. На самом деле нет ничего невозможного, если у тебя есть фоторецепт. Итак, берем телефон. Проверяем, есть ли у нас планы на вечер, если есть, отменяем или, наоборот, смело подтверждаем, ведь в лобио есть чеснок. Чеснок смело давим, режем на мелкие кусочки, затем прокручиваем в мясорубке орехи, измельчаем кинзу, лук, перчик чили и базилик. Достаем фасоль, сковородку и песни группы Мбзавреби, почти готово. Это блюдо готовится всего 15 минут. Это блюдо входит в линейку меню за 20 минут от ShopMarket, потому что приготовить его быстро и без ошибок сможет даже новичок, да даже тот, кто на кухне не делал ничего сложнее отрывания хвостиков от клубники. Основа рагу – длиннозерный пропаренный рис. Его нужно смешать с индейкой, луком полукольцами, морковью и чесноком, добавить зеленый горошек и шафран, получится и необычно, и легко 104 калории на 100-граммовую порцию. У этого не самого диетического на первый взгляд блюда необычный вкус и вполне зожный гарнир – огурцы, смешанные с чесноком, уксусом и кунжутным маслом. Несмотря на солидный список ингредиентов, от устричного соуса до коричневого сахара, готовится оно быстро, мясо поджаривается на сильном огне 3-4 минуты. Лайфхак от бренд-шефа ShopMarket Василия Емельяненко – крупно нарубленный чеснок в битых огурцах играет роль заправки, он отдает свой вкус и аромат, стряхните его с огурцов перед подачей, иначе будет слишком остро.